Всем привет! Если у вас не получается прокачать тормоза на скутере, мотоцикле, то хочу быстро поделиться причинами, по которым у вас это не получается. Так как я снимал суппорта, чтобы их покрасить в красный цвет, после установки я около часа-двух не мог их прокачать. Сейчас хочу рассказать, какие были причины, почему не получалось это сделать. Первая причина, почему не получалось, это вот это отверстие было ниже, чем вот эта трубка. И здесь скапливался воздух, поэтому сколько бы я ни качал, не получалось прокачать. Достаточно было просто повернуть руль в другую сторону, чтобы отверстие стало выше вот этой трубки. Вот даже по жидкости видно, то что есть наклон. И проделываю обычные действия. Нажимаю несколько раз, удерживаю и выкручиваю штуцер, чтобы выпустить жидкость либо воздух. Вторая причина — это воздух в самом суппорте. Пришлось взять шприц, набрать тормозную жидкость, надеть вот такой вот специальный разъем для штуцера, открутить штуцер и вдавить жидкость в бачок, и здесь были пузырьки воздуха, выходили. Затем проделывал те же самые действия. Отверстие было высшей точкой. Вот так качал несколько раз, и тормоза заработали.